это все за плату. Если деклада, потому что все организации частные. Андрей Первозванный стоит, Казанской Божьей Матери храм, их кафедральный, как бы, главный городской храм. И одноэтажность будет. И будем выезжать другой дорогой тоже. Увидите эту особенность центра Феодосии. В общем, вина начинались отсюда. Это князь Лев Голицын, Феодосийский район. Сейчас Судакский район, часть его имения, подвалы. Сейчас без 10. У вас еще целых 1.5 часа. Всем привет, друзья! Вы на канале Планета Земля, и с вами Татьяна Панова. Всем привет, мои уважаемые зрители и все, кто заглянул на мой канал. Я Феодосия, это 2-я остановка после Керчи. Керчь остался теперь только в воспоминаниях, и я уже гуляю по улочкам маленького города, города Айвазовского. Несмотря на то, что холодно было, здесь совсем другая температура. Я даже сняла куртку легкую. Что-то мне совсем жарко. Вот я сейчас перейду дорогу, пойду прогуляюсь по набережной. Потом подойду к галерее и погуляю по улочкам Феодосии. Это набережная, народу много, музыка играет. Говорю, город Феодосия, это город Айвазовского, потому что здесь родился великий Айвазовский. И я много читала перед тем, как ехать в этот городок, как он добился успеха, что он жил в очень неблагополучной, бедной семье. И на деньги мэра города он пошел учиться. Очень тяжелая судьба была у нашего художника Айвазовского. Но с отличием закончил учебу, поступил в петербургский, я не знаю, как он точно назывался, но не университет, а школа, наверное. В общем, более подробно почитаете про Айвазовского. И, кстати, его имя и фамилия назывались раньше по-другому. Набережную прибирают, покрасили лавочки. Я прочитала, что Феодосия близняшка нашей Анапы, и что она находится на 45-й параллели, и что и у Анапы, и у Феодосии одинаковые климатические условия, растения, природа. И город построен также. Ну вот, и можно сказать, что я попала в советскую эпоху. Одноэтажные здания, лет 20-25, наверное,
Анапа выглядела так. Высоток нет. Айвазовский очень много для города сделал. Он вложил деньги в строительство вокзала. Он провел в городе водопровод, построил школу и вообще был хорошим меценатом. После проданных картин он вкладывал в город свой, жил здесь, развивал экономику. Здесь есть улица Айвазовского. И галерея. Сейчас я немножко прогуляюсь к вокзалу, хочу посмотреть, что там за вокзальчик. И вернусь в галерею. А это вокзал. Увидела Ленина и подумала, наверное, это улица Ленина. Вот стоит Ленин. Точно написано улица Ленина. Вход в вокзал с другой стороны. Так тепло, прям ранняя весна, такой запах ароматный. Ну, вот смотрите, какие интересные здания. Ремонтируют. Главное, фасад свеженький, а по бокам еще никак. Астория. Это что, гостиница, наверное. Вот если идти по этой дороге до фонтана, туда далеко-далеко, километра 3, наверное, там будет старая крепость Кафы. Раньше Феодосия называлась Кафа. Когда Крым присоединился к России, Екатерина Великая дала имя Феодосия этому городу. Две тысячи 540 лет Феодосии. Галерея Айвазовского и дом сестры занимают почти квартал. Я уже приближаюсь. Возвращаюсь назад. Погуляла по улочке Ленина. Возвращаюсь к набережной. Вот это вот желто-оранжево, насыщенный цвет такой. Это галерея мастера. А вот туда дальше, где зеленый забор, это дом сестры. Ну, я пройдусь. Потом центр. Хочу поискать музей денег. Вот туда надо куда-то пройти по улице этой, квартала 2 еще. Ну, сейчас здесь ведутся работы. Реставрируют. А вот сам Айвазовский.
Ох, как слышно, как работы ведутся строительные. Галерея закрыта на 2 года. Будет капитальный ремонт. Вот это весь квартал, это галерея Айвазовского и дом, который построил он сестре. Смотрите, люди продают. ₽300. Ну, решили отремонтировать капитально. Крышу будут делать вот в этой части. Видите? Под ноги не смотрю. Ой, такая музыка приятная играет. Так, видно будет здесь только окно, да? Сейчас посмотрим. А, вот здесь видно. Вот написано здесь 1848 по 1900 годы жил и работал великий русский художник Иван Константинович Айвазовский. Ну а здесь гостиницы, кафешки, рестораны. Такой солнечный, теплый день. Называется улица Галерейная. Вот это здание, которое было построено для сестры Айвазовского.